Привет всем подписунчикам, с вами Рязан, и я продолжаю играть в симулятор хирурга. Ох, ребятки, не спал три ночи. Ох, устал. Делал операции по пересадке яичек. Я не знаю, там левую полужопе сделал операцию, груди поменял. Вот, теперь мне предстоит важная операция по пересадке почек. Сейчас я вам покажу все это дело. Так, да. Мне звонит Триша, вот видите, позвонит Триша или позвонит Триша. Чё надо? Я работаю! Все, пошла отсюда! Ух, как далеко улетело, слушайте. Так. Ох, господи, боже мой. Важная операция по пересадке почек. Пациент Боб, он остался доволен после предыдущей операции. Вот, и теперь мне отказали почки, даже не знаю почему. Возможно, стресс после пересадки сердца. Всякое бывает, да. Ну ладно, стартуем. Так, я очень сильно хочу кушать, поэтому давайте быстрей. Надо в столовку. Поэтому, Боб, мы по фасту. По фасту сегодня. Поэтому давай. Так. Да, лучше тебе этого не видеть, Боб. Лучше тебе это не видеть. Так, что у него... Ох ты, боже мой, как я... Слушай, Боб, кто-нибудь, принесите мне это, инструкцию по применению. Что мне делать вообще? Так, смотрим, что у нас тут вообще есть. Так, пель, пилочка, всякие ножички, скальпели, текстурный Боб наш, высокотекстурный красавчик. Опа. Так, о, так, посмотрим, как почки выглядят. Сейчас пожарить бы их. Так. Ну что? Ох, ребятки. Все бы начать. Так, что у нас тут? Блин, все попадало. Реально есть хочу, ребята. Давайте. Мы очень по фасту сейчас. Так. А что, кстати, трое суток и есть. Это я и по правде хочу. Ну ладно. Оп. Ай, тихо. Блин, кровь пошла. Ладно, черт с ней. Так. А, где тут надрез? Вот еще вижу один. Там, вот видите, такой красненький. Боб. Что ты такой нежный? Я даже... О, господи, боже мой. Какой же он, сука. Вот. Так. Боб! Кишки твои ковыряю, прости. Так, он умирает. Часы упали, которые мне мама подарила в 8 классе с калькулятором, чтоб я это задачи решал. Так, все, отлично. Хочешь президент здесь оставим? Великолепно. Так. Лучше бы я математиком был. Ну, у меня был с математиком бог, поэтому Боб. Ладно, ты пока посторожи мои часики, ладно? Хорошо, давай. Так. Первый в мире концерт. Вы, ребят, наблюдаете первый в мире концерт на кишках. Спасибо. Так, боже мой. Чё вообще тут делать, а? Как это вырезать, да? Кушать-то хочется, Боб. Если я не найду еду, я съем тебя, ты понимаешь, Боб? Поэтому давай, поддавайся мне. Так. Да должна же зайти туда. Так. 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 Нет. Хорошо. Здесь, наверное.
где резать вообще? Боб. Сестра! О! Да ладно, слушай. Боб, что-то намечается, подожди. Так, тут, по-моему. Тут-то тут надо резануть его, наверное. Слушай, Боб, не умирай! Тихо! Не трать свою кровь. Ой, лалка. Да слушай, да... А, такой гемор, ребят. Оу, oh, what the fuck. Все, нормально. Нафига мне документы. Потом заполним, когда он откинется. Черт. Хотел сделать укол, чтобы было меньше крови терялось. Потратил еще больше. Так. Эта штука нам нужна, что-то такое, ножики специальные. Я не пройти. Фиш. Ложки зачем-то там. Ой, мне тут все напоминает о еде, ребят. Есть хочу. Могу. Чего-то вообще сейчас сдохну. Да там будет. Тихо. Жопа. Да подними ты. Наверх. Слушай, Боб, ты тут. Конечно, я понимаю, что. О! Боб, живи, живи, Боб, ища. Бабушечка моя, бабуша, бабуша. Так, на. Легче. Все. Бабушкины травы помогают. Зелененькие. Так, слушай, что это у тебя тут? Красота такая. Вкусняшка. Слушай, ух ты, глянь, это я тебе новый шарфик принес. Так. Гляньте, вот это прикол, слушайте. Так. О! Подожди. Модник. А, лол, это что? Достижуха такая есть, что ли? Мягкий, словно шерсть. Охренеть. Нифига себе. Это почему-то на головку члена похоже. Ой, ты ему тепло. Он доволен. Так. Господи, что дальше делать? Наверное, надо ребра убрать, да? Вспоминаем моторику рук, пальцев. Слушайте, может это надо как-то... Щит, мой мазафака бичес перевернуть, я не знаю. Ладно, так сделаем. Он просто не достает, смотрите. Кстати, мой кот, увидев то, что я сейчас делаю, наблювал на пол. То есть это не шутка какая-то, типа виртуальный там кот какой-то, а настоящего наблювал, мне придется после выпуска убирать. Спасибо. Спасибо, кошак. Вот. Бедный блювастик мой наблювал мне все. Ты бы еще вот сюда наблювал бы ему, вот туда вот. Вот прям сюда. Короче, ладно. Потом и коту операцию проведу. Вот. Ну, а сейчас нам нужно продолжать работу. Слушайте. Надо ребра как-то убрать, но это не очень мешает. На самом деле. Ладно, давайте там старым добрым дедовским методом научили. О, тихо. Ай. Так, ух ты. Тихо, тихо. Тихонечко. Нет, не так. Господи, эта игра, это полный анонизм, реально, ребят. Не играйте в нее, это... А. На нее столько нервов нужно, честно. Вот. Честно. Тут... Так, кровь пошла. Ладно, страшно. Да бей уже! Все, хорошо. Ау! Мне ж самому больно стало. Давай. Боб, прости меня! Ай! Тихо! Тихо, топор. С молотком почишу мышку. О! Ой!
Хорошо-то как пошло, слушайте. Так. Раз проходит успешно пока что. Да, его еще бабушкой на травке вколоть. Но самим не уколоться, а то вы знаете, что вы видели, что бывает, если не уколоться в предыдущих выпусках. Это было. Так. Господи, боже мой, с чего начать? Кошак, ты как там? Кс-кс-кс. Господи, ребят, он умирает. Я про Боба и про Кошака тоже. Он что-то, знаете, типа, траванулся чем-то, я не знаю. Да, вот ветеринар вести. Но я боюсь после того, как я видел, какие хирурги у нас тут. Это, вот это похоже на головку члена, опять же. Вот так. Или нет? Ну, у всех свои фантазии, короче. Так, Боб, тебе звонят. Ответишь? Пип-пип-пип. Не дозвонились. Ха-ха, петросянские шутки. Как всегда в теме. Так. Опа, я вижу почку. Слушай, это почка же. Джи. Меня кошка зовут Джи, поэтому не буду говорить с ним одновременно. Так, Джи. Слушай меня. Так, с чего начнем? Мой сегодня ассистент, это кошак. Так. Можем это вытащить вообще сейчас как-нибудь? Нет, не можем. Наверное, надо где-то подрезать, опять же. Ай, черт возьми, не получится. Ладно, наверное, пинцетом получится. Ну, пинцетом такой гемор сейчас будет, скорее всего. Ну-ка. Давай! Отлично. Так. Так. Слушайте, у меня руки трясутся. Ты не туда. Ну давай, да бы я! Аха! Опа! Лол, я что-то отрезал его, короче. И оно вывалилось. Так. Вот это вкусняшка, так. Слушайте. Ну отлично получается. Ай, да. Так, он умирает, слушайте. Одни. Надо уколоть. Нет! Тихо! Шприц! Шприц верни! Откуда? Кидаю это. Бляха-муха! Слушайте. Можно мне как-то в нормальное состояние вернуть? Я не... Уколи меня. О! Супер. Так и знал. Так. Короче, у нас нет больше вариантов на ошибку. Поэтому вот это вот надо отрезать ему. Черт, как бы нам достать шприц? Вот это вот очень важно. Слушайте. Ну, давай. А, все, отлично. Так, с ним поосторожнее сейчас. Давайте его куда-нибудь. Это вот мы уберем. А шприц положим. Я надеюсь, он не провалится там в текстуру какую-нибудь. Слушай. Ой-ой-ой. Это опасно. Он может туда завалиться. Черт возьми. Испугался. Опять приход. Бабушкина трава, конечно, лютая тема. Слушайте. Вообще. Вот туда ставим. Так, где этот синенький? Уколи меня еще раз. Уколи. Все. Так, ребятушки. Что ж нам делать-то, а? Забрал бы... Не то. Ладно, нам нужен... Скальп. Это, знаете, я борщ готов. Так. Вот, отлично. Так. Так. Чик. О! Чётенько.
успеем это аккуратненько ложим. Вот, отлично. Эй, фу! Выкиньте это. Меня с мурашки похожи. Чемпиону, пацаны. Тихо. Так. Осталось отрезать вот эти вот, видите? Желтые узлы, по которым течет саки. Вот. Течет. Вот. И потом мы... Ты чё? Нифига себе, у неё эпилепсия началась, господи. Припадок у бедного. Ты вообще умеешь палец закинать? Нет, слушай. Так, мы держим? Держим вроде как. Так, где у нас тут? Как нам там? Куда тыкать-то? Распустили немножко, ладно. Чё делать-то? Надо... Бляха, муха, нафиг. Так. Только травой не уколись. Будь добр. Слушай, ну куда тебя уколоть-то, а? Всё отлично. Оставим. Так, наверное, ножнички нам нужны для этого, ребят. Не зря же они лежат. Или пилочкой, фиг его знает. Заберем его кишочки. Вот, держи. А, это чужой! Прицепился, чтобы забрать твою жизнь. Последние моменты операции остались. 15 минут операция идет уже очень долго. Я рассчитывал гораздо быстрее это сделать. Просто... Если сейчас он умрет, то я не буду второй раз начинать. Собери. Ну, почему я не могу туда вылезти? Ладно, черт с тобой, где-то вот это возьмем. У нас есть запасные варианты. Так. Давай. Опа! Так. Надеюсь, это то, что нужно. Будем надеяться. Потому что если я их не смогу отрезать, то операция не закончится никогда. Так. Чик. Чик-чик. Чик-ч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 ик. Нет. А где резать-то, слушай? Тут какие-нибудь подсказки были бы, что ли, не знаю. Потому что так тоже... Русская хирургия самая лучшая, ребята. Fucking fuck. Он у меня застрял в пальце! Давай, все, тихо. Так. Ой, блин, трава. Укололся я. Я держу его? Да, держу. Куда-нибудь уколи уже нормально. 4000 миллилитров крови у него. Это нормально. Пожалуйста. Вот, все. Блин, реально тяжело сделать. Ну что, у меня остается только вариант пинцетиками. Ковырять, там ковырять, пока что-то да не получится. Не получится. Короче. Давай, бежим. Отлично, все, ковырнул, вроде бы подрезал. И эту ковырнул. Нормально. Тихо-т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 ихо
теряй, не теряй, не теряй, я тебя уколю, и тебе сразу станет легче. Все, Боб, живи. Боб, дружок. Слушайте, мы вроде ковырнули, да? Как вообще достать-то? Ну даже... Просто... А, во! Так. Лол. Давай! Ну же! Ну, блин! Вот же... What the fuck? А, все, взяли! Ох, какая красота! Слушайте, вот смотрите, почка...
курильщика и почка здорового человека. Видите разницу, да? Все. Тебе почка будет сниться во снах. Так, вторая почка. Ну, мы ее вроде ковырнули там. Тоже. Попробуем сейчас схватить как-нибудь, пытаться. Давай, 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 давай. Может, я не отковырял ее просто еще. Не подрезал. Походу, да, надо еще ковырнуть пару раз. Так, 3500. 3500. Достаточно. Нифига не видно. Где-то там, короче, что-то надо сделать. Тихо. Вот кровь, я если больше 5 пущу, но это будет плохо, конечно, очень плохо. Блин, вот реально... Сука. Шоу интуиция начинается. А! Есть! 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 Шоу интуиция, так. Живи. Обязательно старая вообще вытаскивать. Может, новую засунуть, не париться. Так, слушай. Чувак. Это... Очень важный инструмент в операциях. Это все знаем. Давай! Блин! Так, ладно. Сейчас мы... Ну вот, почти берушь ее. Вот немножечко. Ну, липусечка. Вот так, вот так. На. Сука. Давай же возьмись. Прости. На. Твоя почка меня вывела из себя. Черт возьми. Еще раз мы это делаем. Так, так, черт. Да! Тут тебе, сука. Вот тебе, а не почка, понял? Понял? У меня аж палец красный за тебя. Ударился. Поцарапался. Все руки в крови, господи, боже мой. Хуже, чем маньяк убийц какой-то. Не понимаю, почему она не вытаскивается, ребята. Ну там... Просто это... Жопа. Вон она. Блин. Новая на месте. Она просто провалилась вот. Да вот видите, вот. А, все! Божечки, пожалуйста. Что ты берешь там? Есть! Отправим в детский дом. Так, а что тебе делать-то, да? Ну как? Нормально? Боб? Не будешь? Так. А... Отлично, я прошел. Ура! Не, ну серьезно, просто это полная жопа. Я потел, я не знаю, у меня тут лужа целая образовалась. С этой почкой долбаной ее вытащить, она там застряла. Как хрен подберешься, и хрен подденешь. Начнешь поддевать, у него начнется кровотечение. Начнешь пальцами ковырять. Ковыряешь, ковыряешь, ничего не получается. Ну да ладно, главное, что операция прошла успешно. Вот, полчаса я на нее потратил. Вот. Мне тут было, конечно, много препятствий к концу этой операции, и облёванный кот, и то, что я 3 ночи не спал, и то, что есть хотел, вот. Ну и все, ребятки, спасибо, что смотрели и выдержали это все вместе со мной.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзьяшки, добавляйтесь в vk.com Резан X. С вами был Резан. Увидимся совсем-совсем скоро. Ох, больше дай мне все пройти эту игру, пожалуйста. Давайте, всем пока, удачи вам.